да? Да. С ума сойти. Ну ладно. Значит, сегодня в течение концерта нас ждет небольшой сюрприз. Причем этот сюрприз будет и для меня в том числе. Почему, я чуть позже расскажу. Вот. Ну а пока начинаю играть. Обычно получается так, что я первое отделение более-менее медитативно, так переходя из песни в песню, даже их не объявляю. Играю какое-то количество, как глухарь на такую, не реагирую на внешние раздражители. Вот. А после этого я становлюсь весело контактен. Мне можно, значит, присылать записки с вопросами. С места, наверное, лучше не задавать, потому что бардак получится. Пробовали. Вот. Если что-то хотите узнать, пожалуйста, милости прошу. Ну и, конечно же, я пластинки сюда с собой притащил. Вот. Там у меня целая их стопка. Я привез, ну, правда, я, естественно, в самолете не мог притащить всю палитру нашей продукции, поэтому я привез с собой «Негреды» и последний альбом для тех, кто видит сны. Вот, я не очень разбираюсь в курсе, но я так приблизительно понимаю, что они где-то шекелей по 50 получаются. Вот, значит, пожалуй, полезная информация вся. И с Богом.
была.